кого нас? Кого нас? У нас кого нас? Ну кого вы? Я перед тобой в множественном числе? Ну а кого? Диман, успокойся, я тебе говорю, Димарик, слышишь? Ты уже время заканчивается. Да ничего, за до 9 часов. Мне не надо, чтобы, вот, во-первых, моя братва между собой находила повод вот такой, какие-то грусти и прочее, прочее. Разве, смотри, разве тебе вот... Вот ты же понимал прекрасно, что к чему-то подведет, да, твоя движуха? Ты же прекрасно догадываешься. А я в чем не надо, просто ближе других свободных, да, да. Да. Ну хотя бы скажи, хотя бы Диману подойди, если ты услышал, что он расстроился, что ты не очень. Хотя бы Диману подойди, Диман, братан, прости, пожалуйста, блядь, у тебя что, не хватает совести, что человеческой братской подойти? Ну, Димарик, прости, братан, хотя бы этого не хватает, что ли? Я вот к чему добиваюсь. Что просто человек подойти, Димарик, ну не гони, я перепутал. На Кирилла обижен, просто... Я не ты ни на кого не обижен, и никто никого не обижает. Просто такой, так бывает. Люди не следят за очередью и прочее, и прочее. Но я на твоем месте просто побрасывал. Диман, не гони, братан, прости. Я так поступаю. Но я вижу, как другие поступают, у меня отношение к ним. Это некрасиво, Кирилл. Диман, что ты? Диман, успокойся, все. Нет, не заводи, Диман, не гони. Стой, стой, давай сейчас мы поделаем действия, выиграешь занятия, я тебе обещаю, 3 занятия, если ты выиграешь. И Артем, и ты выиграешь. Кирюха, если присоединится, он тоже 3 занятия выиграет. А зря Кирюха. Подойди к Диме, пожми руку, скажи, Диман, братан, прости, пожалуйста. Кирилла, да я не... А разве я сказал, что ты обиженный? Почему? Я же не про это. Просто ну, если у него... Ты что, я кинул, что ли, Диман? Ты даже меня домой не позвал. Потому что он говорит, что он ничего не умеет. Мы всегда вместе понимаем. Почему ты уходишь? Две причины. Первое, что очередь ему не доставалась, когда он хотел сделать. Оказывался, очень ловко ты оказывался. И это ничего плохого в этом нет, это ловенько. Раз и на турничке, да, там пока жизнь. Скажи, отойди, да, я сделаю. Он передо мной тоже влез. Я не могу просто одеться тогда. Просто видел, он воспитан вот так. Поэтому он сидел там, я обратил внимание, ты что там сидишь? А он сидит, понимаешь, и все. И заниматься у него время. Пока было вкусно, Кирюх, а чисто по-человечески я бы что сделал бы. Понимаете, братан, прости, братан, хорош, прости, я не хотел. Вот так бы я по-человечески сделал. Но у тебя, видать, воспитание, да, тебе не позволяет. Смотрите, еще возьмем тот момент, что передо мной тоже залазный турнистов, передо мной тоже. Да я вижу, каждый раз, как то, я все вижу, я понимаю, что друг друга не уступают, друг друга там как бы потиживают. Но для этого же я и прошу вас порядочно. Диман, успокойся, брат. Диман, пожалуйста, Диман. Диман, пожалуйста, Ой, давай, до 9 часов, успокойся. Успокойся, давай, пошли. А можно взять одну? Да, да. Да, можно даже две взять. Все, успокойся, хорош. Моя задача здесь всех помирить, всех, чтобы... Ну или напугать всех. Ну, чтобы лучше меня пусть ненавидят, чем друг друга ругаются. Диман, все, хорош. На диванчик хочешь посидеть? Первый раз в жизни тебе, возможно, предоставится шанс посидеть. Кирюх, и ты не злись. Ну просто реально надо друг за другом. Времена такие, друг другу даже помогать. Лучше лишний раз спросить. Дима, у тебя не получается, что тебе помочь, братан? Может тебе помочь чем-нибудь? Ты в курсе? Все, да? Все, ты тоже не злись, ладно? Нормально, только ты раскрылся, ты Все, успокойся. Успокойся, все хорошо. Все, пойдем, давай, подтянемся чуть-чуть. Не надо. Просто подтянемся, брусцы, и я тебе сниму, скажешь, как мне надо. Просто для успокоения совести. Три. Выиграешь занятие. Красавчик с Артемом на Рождество рейтинг покажешь. Все, не гони, Диман, хорошо. Все, и чуть какое-то непонимание есть, надо сразу решать. Прям надо сказать, Кирилл, кто-то прилетет другой, тебя смотри, а вот через сам. Как-то ты переживаешь за что? Все, не гони, ну что? Сниму, сколько тебе снять? Все снять, 70 оставить. 70 сможешь сам? На Артема тоже, то что шутит, не обращай внимания, потому что он все поднимает. Конечно, он может 120 поднять. Мы не можем поднять. Поэтому я из-за вас такой быть. Гнать. Тех, куда не 77, Диман. 70. Все, ты все сделал? Я вообще бы на вашем месте побольше бы тренировался в лямках. Всякие перекруты вы нормально делаете, 380, 120, всякие 180, вот эти вещи делаете. А вот я говорю, бит. Интересный, типа, вот выходы, вот это проблема. Соскальзывают, ваши руки там соскальзнут. А, еще снимать, Диман? А, давай. Нужно сделать сес. Снимай сес, попробуй. Сейчас попробуй сделать. Сними. Опа, тихо. Кирилл тут залет. Все, я ловлю. А, тогда посылочки. Что, курили, да, Серега? Да. Блядь, сказал же, не курить. Ну, ебаный в рот, вы чё?
Эх, еще выходите голые, вот что попаду. Ну как, в майке выходите. Сколько, сотка у вас, да? По сотке? Егор, давайте по сотке, вот здесь. Без какого-то, да? Я же попросил, не курите. Здесь можно как бы это, еще, дайте, я еще не хочу, за пиздобол, чтобы кто-то из вас прокатывал. А поймать прям на обмане, блядь, вот так, Сергей Сергеевич. Вот что значит, не зря он забыл, не зря я забыл телефон, чтобы он поехал за телефоном, чтобы... Чтобы, брат, Серега, они уходят, они уходят. Егор, давай ниже, давай по-нормальному. Егор, братан, давай. Стой, давай. Вот смотри, Ренат. Вот честно, развалился, честно. Честно, я не могу. Егор, ну, смотри, пожалуйста. Егор, пожалуйста. Да он может, Егор, Егор, ну пожалуйста. Грудью до пола, просто не торопись, грудью до пола. Хотя бы с колен можете сделать? Хотя бы с колен, грудью до пола. Давай с колен. Или ты...